улица Калмыкова, ведущая к морю, к набережной. Вот набережная. Вот парковая зона и заброшенный объект, бывший ресторан, экс-ресторан. Бар Эльбрус. Это был бар Эльбрус. Здесь заброшенная аллея. Вот это вот. Вот она идет. Параллельно набережной. Между деревьями. Деревья многолетние, вековые, можно сказать. Само кафе взяли в аренду на 10 лет. Общественный туалет. Кафе капитальное. Бар. Кафе-бар. Капитальный. Строение бетонное. Здесь небольшая площадь. Гостиница Интерсокум. Мой проект Гуарабхол. Далее ресторан Лоу, бывший ресторан Эльбрус. Вот теперь надо его смотреть. Площадь. Заброшенное здание торгового центра какого-то бывшего. Это гостиница Тбилиси называлась в советский период. Сейчас она заброшенная. Улица Когония и небольшая площадь. А вот уже зона рекреации. Море. И в ней капитальное строение. Ресторан Лоу, бывший ресторан Эльбрус. Он назывался Эльбрусом в советский период. И в советский период он был построен, по-моему, если я не ошибаюсь. Сейчас он отделан по моим рекомендациям. Отделан деревом и покрашен в черный цвет. Почему деревом и почему в черный цвет? Чтобы как бы слиться с природой, и черный цвет, чтобы он также как бы спрятался посреди деревьев. Вот эти вот стволы, они летом густые, сейчас зима,
тут площадь для некапитального строения. Тоже планируется бар полностью остекленный из металлических конструкций. А здесь уже технические помещения. Ну, тоже капитальное строение, получается, блочное. Покрашено в черный цвет также, чтобы скрылось посреди парка. Ресторан «Волк». Здесь склады, здесь кухня какая-то, офис, кабинет, а вот проход к морю, к набережной. Пока это все выглядит не очень презентабельно, но в скором будущем вот здесь вот появится летнее кафе, стеклянное, полностью стеклянное, витражное. Фонари жуткие. Не рекомендую такие ставить. Колхоз. Я про фонари. Плитка тоже колхозная. Крашеные стволы. Тоже колхоз. Не красьте стволы. Администрация города. Не красьте, пожалуйста, стволы. Остановитесь. Здесь стволы не крашеные. Неужели?